По дому Русову триває у нас судебное разбирательство. Я уверен, что мы все равно доведем до логического завершения. Но хочу проинформировать, так промежуточно проинформировать, что тот, кто считал себя собственником, продолжает ставить палки в колеса, продолжает препятствовать оформлению данного объекта, почему он стоит, потому что объект должен быть сдан в эксплуатацию. Это понимает человек, считающий себя собственником. Как только он будет сдан в эксплуатацию, мы приступим к реализации наших планов. А планы наши абсолютно прозрачные и понятные для одесситов. Мы планируем там разместить на наших метрах городских школу хореографии, другие важные объекты, в том числе для детей Одессы. Но с этим не согласны те люди, которые пытались и пытаются захватить это здание. Поэтому препятствуют всячески, юридически, подавая исковые заявления. И, к сожалению, сегодня, к сожалению, суд не спешит рассматривать, потому что очевидно, что город должен выиграть и выиграет. Но суд назначен на февраль 2022 года, чтобы вы понимали. Это просто чтобы для информации, чтобы люди понимали, насколько у нас важный вопрос, спешат рассматривать. Не в обиду будет сказано тем, кто принял такое решение. Поэтому, так что у нас по Либману? Значит, эта же фирма, к сожалению, пыталась настроить лишний этаж на Либмана. Мы разорвали с ними все отношения, удалось нам выиграть их в суде. Это в ответ того, что я буду дополнять Михаила Ильича, он говорит как профессионал по процедуре, а я буду говорить, что творится за кадром. Что тот подрядчик, который выполнял работы, не устраивал нас. Потому что пытался там, как я на доме Русова, немножко, как говорят в Одессе, подшивать там чуть-чуть. Например, пытаясь сделать мансардочку себе наверху, которая категорически город против, так же, как это планировалось у нее на доме Русова. Поэтому еще нас не устраивали некоторые взаимоотношения. А процедура для того, чтобы сменить этого подрядчика, достаточно длительная. Это также и суды, это и другие действия, которые предпринимались. Но, наконец-то, вышел новый подрядчик. Мы закончили все процедуры, поменяли подрядчика. Они приступили с прошлой недели приступили к работам. И по нашему плану проведения работ мы надеемся объект закончить, то есть благоустройство, фасад и крышу, мы планируем закончить до 1-5 декабря этого года. Ну, давайте поставим себе за цель все-таки в декабре месяце порадовать перед Новым годом одесситов открытием еще одного красивого, отреставрированного памятника архитектуры в центре нашего города. Ну а те, кто противостоит, которым нравится установить эти леса и потом торговаться с городом, я прошу все службы наши взять на заметку таких партнеров, и чтобы мы больше не вступали ни в какие партнерские отношения с ними. По крайней мере, делать для этого все возможное. Потому что у нас, скажу вам сегодня, стоит очень много объектов, которые мы не можем начать. Почему? Потому что срывают нам тендеры, срывают нам проведение конкурсов всеразличных, процедур, затягивая для того, чтобы мы были более сговорчивыми. Не будем мы договариваться ни с кем, а будем действовать согласно тех целей и задач, которые мы перед собой ставим. А цели и задачи наши понятны и прозрачны. Навести порядок в городе. В данном случае мы говорим о памятниках архитектуры, их ремонта и реставрации.